Всем привет, ребят, с вами Виталий Зеленый. Сегодня мы с пацанами выбрались на ставок. Вот такой. Смотрите, красота. У нас очень жарко, просто невыносимо. Наконец наступило лето. Но оно уже наступило давно, но были ночью так похолодания. И вот, наконец-то можно купаться. Смотрите, здесь, ну, я здесь первый раз на этом ставке. Пацаны меня, ну, показали мне ставок. Дима с Деней, пранкеры жесткие. Они вон там плавают. Один на родник пошел, Ваня там по телефону разговаривает, Фома он сидит и купается, а Денис купается. В общем, я первый раз на этом ставке, они говорили, он был поглубже, а сейчас помельчал немного. Че ты орешь? А, еще они мне рассказывали, что здесь много-много раков. Мы приехали, пацаны тут ловили, пытались раков, облазили норы. Вот здесь вот прямо так ныряешь, ищешь норы, для меня это впервой. И, типа, достаешь раков. Ну, пацаны ловили 3 рака и отпустили. Я сейчас тоже хочу попробовать. Я там уже пробовал чуть-чуть, я уже окунулся. Вот, не сразу видос начал, как только приехали. Ну, короче, красота. И попрыгали, ну, хоть тут и не сильно глубоко, но, типа, до дна я не доставал. Ну, я так ноги поджимаю всегда, когда прыгаю. И, ну, очень круто все. Еще, кстати, нам пришел бассейн, там Валик колотился, ну, мой младший брат, все знаете Валика, колотился насчет бассейна, такой, знаете, надуваешь, набираешь и купаешься во дворе. Сейчас покупаемся здесь, попробуем половить раков, поедем в бассейн, окунемся, а потом вечерком, может быть, на рыбалочку съездим, тоже половим рыбку, вот. На засол, на тараночку там можно. Фома, а что ты не купаешься? Фома. Трусы забыл. Говорит, трусы забыл. А ты что, блин, медуза? Я ребенок солнца. Ты ребенок солнца? В общем, сейчас возьму GoPro-ху и сигану по-красивому. Дима, будешь со мной сигать? Да. Покажешь, вылазь, покажем, как надо сигать. Все, взял я GoPro. Главное, из рук ее не выпустить. Ну что, пацаны, бомбы. Покажите, как бомбы. Нифига себе! Бамбуча! Хорошенькая водичка! Красота! Блин! Мне главное ее из рук не выпустить. Я вот так вот и взял. Ну чё, погнали нахер! Блин, до дна достал! Вы до дна достаете, когда прыгаете? До муляки, блин. До муляки достаете? Да. Блин, ну там такая твердая. А, я еще нос забыл закрыть. Аж в то мозги, понял, вода попала. Класс, да, водичка? А ну, покажи кита. О! А касатку? Касатку. Не могу. Давай касатку. Я могу дохлого теленя показать. Да не, дохлого теленя не надо. Только давай без цензуры. Знаете, как это... Закашлялся. Знаете, как это дохлый тюлень? Ну, когда, типа, трусы снимаешь и так жопу из воды. Это дохлый тюлень называется. Ну что, Дим, будем раков ловить пробовать? Да. Сейчас еще раз прыгнем и попробуем там половить раков. Фух. Жаль, нет трубки и очков подводных. Очко. Ну, короче, чтобы смотреть раков. А тут каменисто такое дно. Для ног так приятно. А ты что, раков боишься? Рака нашел. Кстати, пирожок. Что, рака нашел? Он раков, кстати, боится. Фома, пошли раков драть. Кого? Кого? Сидит на стиле, не купается. Ну что я вам скажу, Ванечку уговорили купаться. Уже Ваня уже боится тут идти. Давай, Вань, там не страшно. Владик, отойди. Владик, отходи. Не толкайся. Да я не буду толкать. Давай, Ваня. Очково. Да оно первый раз очковое. Я уже это... А мне GoPro-ху капец непривычно держать. Я к Соньке привык, она удобней. Но GoPro-ха вода непоницаемая, можно с ней купаться. Круто. Что? Касатки две. Глуши их, то можно и туда. Туда можно. Соберись, ей твою мать, нехай. Ты кричишь, я не слышу, где тут глубоко. Стой, да я обойду. Да пофиг, везде тут можно прыгать. Не вали туда! Давай я на них. Давай. На них снимай. Я ему въебало плюну. Ну что, драть раков? Ну что, будем пробовать ловить раков. Здесь надо ногами нащупывать.
И потом, Ваня, он всплыл, чтоб не укусило. Короче, надо ногами нащупывать норы, выползти, короче, и потом нырять и ловить. Ай, блин, тут каменная такая поверхность, и ногам больно, непривычно. Еще можно уколоться, ногу проколоть или язычком вот этим порезать. Помните, что мы ловили? Ракушки такие. Нора, вот. Давай, Дим. Дим. Блин, рыба какая-то врезалась только что с этой стороны. Реально. Да не, он далеко от меня. Вот нора. Я не знаю, будет оно под водой видно или нет. Нет. Не будет. Я в левую руку возьму, чтобы не всплывать. Подойди ко мне ближе. О, вот нора, сейчас вам покажу. Я не знаю, будет видно или нет. Сейчас. Фу, она, короче, это, блин, орать приходится, когда из воды выныриваешь, оно потом благослышно, я уже знаю. Короче, она очень замуленная, ее нужно разрыть. Да приходится орать, то что микрофончик водой заливает, у меня аж голос охрип. Дим, вот тут. Вон, орать, тихо. Давай, ныряй. Подходи. Смотри, что он под водой будет делать. Короче. Ля-ля-ля. Вань, что он делает? Сосет. Как карась. Ой, и до меня подошел. Нормально, Дим? А ну вот тут. Лягом залил. Вот тут выйди, дебил. Вот тут. Фу, блин, ее надо разрывать, она очень твердая и дыхания не хватает. Виталь, давай. Покажи на минуточку, если что. Я ее копаю. Вот, залез. Нора, поотсюда. И нифига, пусто. Короче, ребят, нащупал здесь вот нору. Вот, смотрите, какая глубина. И вот тут нора такая, не маленькая. Оп. Блин, тут глины этой, капец. Ох ты, глубина. Yeah! Оп! О, маленький! Да. Маленький! Ничего! Это ясь! Ясь! Ногтями рыбу! Пирожуля боится! Пирожуля! Ловай его! Виталя, ты маленькая, да достала? Да. Там большая была и маленькая, я маленькая. Боится! Он раком боится! Блин, маленький такой рачок, что он сделает? Он его очкует. О, о! Дим! Вот тут две аж! Ай, Ваня, ай! Он за волосы, Ваня! Куда его делать? Я не боюсь, но он больно делает. Да что, выпусти. А тебе попадаются норы здоровые? Такой, да. Да такое ощущение, что отдатра, я вот так по локоть аж. Все. Все, я его выпустил. Ты за писюн укусил, дурак. Кстати, да. Давай еще вот здесь. Мы просто типа, ну блин, смысл брать таких маленьких раков, мы для удовольствия просто ловим и выпускаем. Что вам скажу, для галочки я поймал рачка одного. Опа, можно еще пару раз сигануть и ехать там что-то. Денис мне, брат мой, звонил, говорит, бассейн надо помочь, там что-то он это. Они, получается, набрали его и криво. Получается, чуть на горке. И он съехал. И залезли втроем, и вода все выплеснулась. Ну, половина воды. Короче, надо поправить. Сейчас полетим. Подсохнуть надо. Где раков, что? Где? В доте и в КС. Сама говорит, где раков, знаешь, где много? В доте и в КС. Я не знаю. Слышно просто его или нет? Ваня! Ну я чуть камеру не выронил. Позвонил бы ей. Обидеть. Так, тут еще надо... Тут еще надо пытаться вылезти, тут плиты скользкие. Рака нету? Раки! Он рачина. Под камнем посмотри. Рак! Вот рак.
Рачина. Ты рачина? Чуть не упал. Да выделывался. На тюлени. Я сам. Ваня. Давай ты. Ой-ой-ой-ой. А. Ай-яй-яй! Все, опять довыделывался. На косточку наступил. Довыделывался. Ой, мне повезло. Что? А вот эту фигню. Фу, блядь. Вот эту фигню только что царапнулся. Фу, блядь. А. Все, детей. Денис, давай у нас пита закаем. Да вылези. Бей! О, ну так больно. Продуманная зараза. Жаба, Виталя, смотри. Где жаба? Лягушка. Давай я сейчас поймаю. А ну, лови, лови лягушку. Ой, давай, лови. Блин, гадюка, гадюка! Чуть сознание не потерял. О, тут происходит классика. Все выкручиваются. Пирожуленка. Трусиков стоит. Ух, какой секс молодой. Занят? Конечно. Все в трусиках выкручиваются. Денис с смайликом закрыть. А, хорошо. Надо смайликом закрыть пузо и пирож. Что ты там? Все, 18 плюс дадут. Что там закрывать? Помогли, что там закрывать? Не, ну что ты забыл, как я вот... Что? А что ты сказал только что? А ну повтори. Что не ускатит. Ох! Едем с купани. Я без смеха не могу. Этот свои парашюты достал. Парашюты. Сушилка. И сушит. Парашюты свои. Блин, мы не взлетим, слышишь? Тормоза наоборот. Я не могу. А где твои парашюты? Кольга. Доставай, суши. Давай. Он сейчас взлетать будет. Я не могу. Жесть. Все, летим домой. Шо, спасатели прибыли домой на помощь. А шо, все? Спасатели уже не нужны? Я думал, в бассейне покупаюсь сегодня. Я тебе предлагал. Капец. Я знал, привет. Что, я знал, что он лопнет. Здорово. Ой, ну как лопнет? Привет. Здорово. Все? Да ну как, что надо? Накупались? Да. А, будет вот там теперь бассейн. Все, уже хотел бассейн показать, покупаться. Все. А здесь ровно. Он, получается, наклонился вот так вниз. Растянулся, и вся вода туда. Ну, видишь, я рассказываю. Что ты перебиваешь? Вот это любитель перебивать, это капец. Его фиг переговоришь. Что, рассказывай. Я глина бортик, а он взял и потек. Я глина бортик, а он потек. Дай, дай попью. Дай попить. На, допивай. Короче, глина бортик. И вода вся вот туда ушла. А здесь ровно, теперь должно все быть нормально. Витя, привет! Витек, иди с Витей поздоровайся. Привет. Возите сюда пляж делать. Кого? Пляж. Пляж. Вот это бассейн. Хочешь пляж? О, Димочка, а ну давай мордой туда. Тяну головой могу. Давай. Витя. Все, поставили бассейн на место. Валик папу обрызгал. Валик осколоться вот. На папу брызгал. Слышишь, я вот сподыкнул за зло. Всех поразгонял. Блин, я вот через эту фигню спотыкнулся, он поломал. Валик, все, ну она холодная, сколоться. Только включил камеру, хотел показать, что бассейн поставили, завтра купаться будем. Вот так вот. Валик, ну холодная. Я в тазик, он вступил, и он треснуло. Поломалось. Габелла, все, Валик! Ну дебил. Фу, сегодня, наверное, рыбалка отменяется, завтра. Привет. У нас уже следующий день. У вас так по щелчку, как всегда, все. А у нас уже следующий день. А,
бассейн уже набрался и приобрел форму наконец-то. Ту, что нужно. Смотрите, какой красавец. Ух ты. А то я же говорю, он там был на склоне и вот так вот наклонился, знаете, как капля. А теперь, о, можно купаться. А Валик, прикиньте, заболел. Говорит, я уже вывалился. Когда увидел бассейн, что уже набранный. Да не, у меня тоже, знаете, чуть-чуть. Это классика, летом приболеть. Но блин, смотрите. Я уже сегодня окунулся. Ой, водичка еще прохладная. Папа с Валиком из колодца набирают. Из колонки набирают. В общем, смотрите, какая красота. Сколько здесь тонн, Валик? 7 тонн. 7 тонн воды. 7 тонн воды. Нифига себе. Мама тут летает с козой со своей. Ма, ты расскажи, что ты ее очень любишь. Обожаю. А почему? Объясни, моя почему. Она красавица. Так она же кормилица, молочко дает. Молочко дает? Очень вкусно. Кстати, дает. Вот вы знаете, я вот никогда козье молоко не любил, не пил, потому что оно отдает таким привкусом, как скажи, оно где-то... Ну да, специфический. Обоссалось. Специфический такой козье, знаете. А вот у этой козы, она, я не знаю, как это объяснить. Если не скажешь, что это козье, я не разберусь. Если не скажешь, что это козье, ну она как коровья, блин, вкус другой. Я не знаю, вам эта инфа нужна или нет, но просто хотелось поделиться. Вот реально коза какая-то попалась, что у нее вкусное молоко реально. Ну что, я же говорю, сюда можно даже головой нырять. Хотя папа бурчит всегда, он против. Вот так берется. Ой, он повыше стал. Я сегодня нырял, он так, вот так низко был. А сейчас именно повыше. Ох! Хорошая. Освежает. Посмотрите. Выше колена. Выше колена. Просто рай. Рай для семьи. Все, взял GoPro. Люблю, чтобы вы поближе ко мне были. Именно, знаете, чтобы все максимально на экран передавалось. А? Опа! Просто посмотрите, какая красота. Что еще нужно? Классно, да, Валик? Блин, ну она такая прохладненькая, ну освежает капец. У нас очень жарко, просто очень жарко. Ну ветер такой дует прохладный. Но... хорошо. Знаете, так хоп и жить хочется. Ну как это, знаете, там у тебя нет настроения, да, жарко, голова болит. Все, ныряешь и все, у тебя вот так вот, фу, как накрывает волной. Ой, хорошо. Фу. Ну все, ребят, вот такой вот простой летний вложик получился. Если вы не подписаны на канал, подписывайтесь, ставьте колокольчики. Помните, что первый час я лайкаю комментарии все. Фух, все, до новых влогов, до новых встреч, всем пока-пока.